Друзья, всем привет! Поздравляю вас всех с святым праздником Крещения Господня. Я не ныряльщик, не купальщик, но хочу сегодня все-таки облиться водичкой, хотя категорически не люблю холодную воду, но тем не менее надо. Вот у меня ведерко холодной воды, оно у меня постояло под открытым Господним небом, и я сейчас обольюсь и сразу бегом в баню. Потому что холодно, на улице минус 20. Ну что, давайте, друзья. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В принципе, не сильно страшно. Я-то думал, будет холоднее. Фу, даже нормально, даже тепло. А почему я так боялся раньше? Думаю, так, это все холодно. Но не холодно. Ну все, я в бане, друзья. Всех с праздником, всех с крещением. Пока-пока.